Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю картофельный салат с тунцом. Тунец и картошка очень хорошо подходят друг другу в салатах. Для этого салата я беру красный лук. Нарезаю одну небольшую луковицу мелким кубиком. Красный лук мягче по вкусу и симпатичнее смотрится в салате, но можно и обычный белый взять. Картошку я уже отварила в мундире и остудила. Нарезаю ее крупными кусочками. Также мне понадобится листовой салат. Листья складываю друг на друга стопочкой, сворачиваю трубочкой, разрезаю ее вдоль и потом поперек. Салат можно взять любой, но лучше все-таки подходит с более крепкими листьями, чтобы он подольше сохранял свой внешний вид. Тунца для салата нужно 100 граммов. Теперь кладу в миску 3 столовые ложки консервированной кукурузы. Солю и перчу. Заправляю 1 столовой ложкой майонеза, 1 столовой ложкой сметаны, 1 чайной ложкой зерновой горчицы и добавляю немножечко меда. Можно перемешать и сразу после этого ставить на стол. По желанию, тунца можно заменить горбушей или другими лососевыми в масле или собственном соку. А вот сайру или сардины я бы не советовала, вкус будет совсем не тот. Спасибо, что посмотрели мой рецепт. Пробуйте, готовьте, делитесь своими рецептами, подписывайтесь на мой канал. Также у меня есть каналы на YouTube, на Рутуб и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!